Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A03s. И сейчас я покажу вам, как очистить историю просмотров браузера на вашем телефоне. Для начала открываем браузер. В правом верхнем углу нажимаем на троеточие, а затем нажимаем «История». После чего нажимаем «Очистить историю», выбираем за сколько времени, за какой период временной мы очищаем историю и нажимаем «Удалить данные». Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.